Да, Борь, да, Борь. Одесса, любимая, из Днепра вам большой привет, держим за вас кулаки. Для меня Одесса — это вообще родной город. Я учился у вас в университете на юриста, защищал диссертацию. У вас ситуация, конечно, потяжелее, чем будет у нас. Но я знаю, одесситы справятся. В катакомбы, если что, пойдете. Одесса, держитесь. Я Днепр с вами. Очень за вас мы переживаем, но все будет хорошо, я знаю точно. Спасибо, Борь.